Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 24 марта 2014-2016 года. На третьем корте теннисного центра на улице Жудро 40 в Минске продолжается полуфинальный матч между Даниэлем Ибрагимовым, Россия, и Алибеком Ташмазовым. Первый сет выиграл Алибек со счетом 6-1. Во втором сете Алибек на старте сета проиграл очень затяжной гель на своей подаче. И Даниэль повел со счетом 1-0 во втором сете. Время 10:42 на подаче Даниэль Ибрагимов. Что ошибся из-за боковой линии не мог. 0-15 на получение. Thank you.
первый сет взял Никита со счетом 6-3. Thank you.
у Петра. Грамотно пускал резанный удар через коридор. Никита, в принципе, не проходил. Единственное, что мяч не перевалился через сетку. Одному. По одному во втором сете. Очень качественный. Какой короткий пас. Выполняет. Петр. Никита не дотягивается до мяча. Петр безупречен. Атакует грамотно вторую мягкую подачу. И в очередной раз Петр подает, принимает на вылет 0-40 на подачу Кошелева. Это при выполнении удара через коридор по прямой 15-40. В общем-то, сложно было Никите обводить, он ошибся в обводке. 2-1. Пока что Петр Капустин впереди первым во втором сете. На третьем корте в матче Алибека Качмурова и Даниила Ибрагимова. Во втором сете счет равный по голам, но Алибек ведет, пробивает очень качественный удар обратным кроссом по прямой и выигрывает. Ведет со счетом 3-2 во втором сете.
отвечает Никита при ударах с оттока. Но Поттер более плосковатой игрой добивается преимущества. Находит корте в это время на подачу Данилы Драгинова 0-40. Петр дает двойную ошибку. У него пока что больше. Петр у сетки перекрывает владельцу удар по прямой и четко обрабатывает мяч. Гейм Капустин. Он ведет пока что со счетом 3-1. Странно, подлог перестала показывать необходимый счет.
очень своевременно Петр выполнил резанный удар, но никто, конечно, не ожидал и не смог поднимать резанный меч. Thank you.
выстрелить. Выигрывает второй сет со счетом 6-1.